Всех с наступающим! Сегодня в видео мы будем красить шишки на новогоднюю елочку. Для работы нам понадобятся самые разные шишки. У меня вот такие. Краски и кисточка. У меня обычные краски, гуашь, блестинки, стикеры вот такими камушками, ленточка, ножницы, клеевой пистолет, а также любой лак для волос. Красим шишку в понравившийся вам цвет. И пока краска не высохла, а если у вас краски быстро сохнущие, тогда нужно шишку обрызгать лаком для волос. А затем хорошо посыпаю блестинками. Оставляю, пусть краски засыхают. Затем хорошо опрыскиваю лаком, чтобы блестинки не осыпались. Это я делаю на улице. Пока лак сохнет, я беру ленточку, отрезаю от 10 до 20 сантиметров и кончики приклеиваю клеевым пистолетом. А как шишка полностью высохнет, приклеиваю к самой верхушке шишки. Из ленты формирую бантик и также приклеиваю к шишке. Беру наклейку камушек и приклеиваю на бантик. Получилось вот такое красивое новогоднее украшение своими руками. А далее воля вашей фантазии, как вы еще украсите шишки. Надеюсь, вам понравились мои идеи украшения новогодней елки. Если да, ставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Оставляйте свои комментарии. До скорой встречи. Всех с наступающим. Пока-пока.